Вот какое огромное количество ворон собралось, где кушала Гоша. Вот она уходит в сторону. Гоша, Гошенька, иди ко мне, иди сюда. Она сейчас водички попьет. Сейчас хорошо есть вода. А когда я ей ставлю воду в какой-нибудь пластмассовой такой емкости, типа от творога, она пьет, а потом ее выворачивает, чтобы никому не досталось. Вот такая вот у меня Гоша. Тут голуби ходят, кормятся заодно. А вот там, вон, видите, вороны доедают то, что их съела. Она уже покушала. Она сейчас будет долго ходить, переживать, что съели. Ну, что делать?